Привет, любители страйкбола, с вами Spawn 48, вы на канале Бородатый Страйкболист, и сегодня у меня, в принципе, такой пилотный проект «Вечер с бородатым страйкболистом». Все мы помним 150 шоу, которые у нас пока на неопределенных каникулах. Я решил традицию несколько возобновить, и, правда, ну не в формате прямого эфира, потому что в прямом эфире вдвоем особо не поговоришь. Я как бы на это рассчитываю в основном. Ну, назовем это «Вечер с бородатым страйкболистом», пожалуй. Сегодня в гостях у меня Дмитрий Лаврик, соорганизатор многих игр, на которых очень любит присутствовать боевая техника и прочие ништячки, ну и игроки непосредственно, конечно же. Но конкретно сегодня мы поговорим о StrikeCon, о таком мероприятии, на котором я в том году был и на котором, скорее всего, в этом году тоже буду. Может быть, вас там кого увижу, может быть, еще что-то. Для тех просто, кто не в курсе, Дима немножко нам про это расскажет, что это, как это. В принципе, пару вопросов ему задам, которые у меня остались со времен первого StrikeCon. Ну и посмотрим, в общем-то, что из этого выйдет. Расскажи, в принципе, в двух словах о том, что это у нас такое StrikeCon, зачем он нужен и кого вы там пытаетесь StrikeConить на этом самом StrikeCon. Слова. Значит, некоторое время назад нам хотелось, была идея создать новое какое-то мероприятие. Ну, у всех были игры, все играли, там тренировки, да. Хотел создать мероприятие, которое позволило бы страйкболистам встретиться вне сезона. Да, начиналось все вообще просто с что-то типа вечеринка в цивиле, да, когда ты неожиданно видишь друг друга в пафосных пальто, пиджаках. Ну, мы так задумывали. Конечно, страйкболисты все тогда пришли. Это было первое, это бывшая метельница, очень пафосное заведение, там все золотое, ну, по крайней мере, позолоченное, очень круто выглядит. И пришли страйкболисты на наш зов. Тогда было человек 400, по-моему. Не, меньше даже, может быть, 200. Вот. Но половина пришла действительно не узнать людей в костюмах. Все, мы сами как бы были в костюмах, как, чтобы показать пример. А половина пришла, как обычно. В Вудленде, там, в Берцах и так далее. Вот. А первое было просто такая вот посиделка пафосная, там, с попытками каким-то делать семинары. А с метелицей, надо сказать, еще там проблемно было договориться. Там ценник такой в баре. Мы даже выпросили какой-то скидочный ценник, и все равно, приходя, страйкболист, даже, честно говоря, мы там слегка так, знаешь, то есть коктейльчик можно себе позволить, а больше уже трудновато. Вот. И поэтому получилась она немножко такой официозной, да, потому что люди не подрасслабились. Получилась не совсем вечеринка, а вот такие вот семинары. Все сделали доклады, так сказать, победителей по итогам года. Тогда уже было первое вот совсем голосование, еще такое совсем на шару там, да. Вот, ну и решили, что надо продолжать, но просто немножко другой формат, искать формат. Дальше было еще три страйкона, или два. Два, наверное, где мы искали формат. Да, очевидно стало, что людям интересно посмотреть на какие-то штуки в Вундервафле, да и просто что-то купить там со скидкой, или просто когда есть большой ассортимент, и можно купить то, что обычно не найдешь в магазинах. И тогда появилась идея с выставкой-ярмаркой. Мы тогда еще и метелицы пытались, но там просто не особо где было место. Вот. Следующий страйкон, мы добавили выставку-ярмарку и сделали все это в нечеловечески пафосном месте, но уже с другим пафосом, с государственным. То есть первый такой был коммерческий, бывший вот этот, да, там столы и горные бывшие. А во втором был пафос такого советского образца, российско-советского образца. Это дом российской армии. Там все было очень красиво, тоже позолочено в другую сторону с картинами, изображающими наших полководцев. Да, и там был совершенно ужасный персонал, такой советский, который, значит, увидев американские флаги в этом культурном центре российской армии, да, поднял ужасный вой. Там очень тяжело все было, доходило до странного. Там Дарксайда бедного, значит, они наехали, у него же вся снаряга оригинальная, американская, и там закройте этот флаг, и мы вот там ходили, залепляли чем-то, в общем, анекдот такой. Вот, ну тогда показалось, что выставка-ярмарка людям интересная, там Air Wars, по-моему, привез шестиствольный пулемет, и только ленивый с ним не сфоткался, ну то есть все равно форматик такой небольшой еще был, там стендов немного было, и ленивый с ним не сфоткался, очень много фоток, народ ходил, посещал семинары, слушал. Уже тогда определили, что семинары это прикольно, и можно найти какие-то темы, которые, в общем, всех интересуют, на поболтать. Ну вот, мы продолжали. Также мы продолжали вручать вот эти самые премии. Теперь подойдем вообще, зачем еще StrikeCon? Вот в процессе это выяснилось, да? То есть начиналось совсем, чтобы просто здесь собрать тех людей, которым мы рады, с кем общаемся на играх. Вот.
менялись помещения, менялся формат, потом появилась Airsoft-база, да? Там было тепло, светло, и можно было попробовать поиграть. Собственно, там ты уже был. И формат более-менее видел. Там мы определились с форматом, понятно, что были недочеты. Там где-то очень много народу пришло, в какой-то момент было душновато. Вот в этих выставочных помещениях. Там где-то, может быть, чего-то не хватало. Но, знаете, какое помещение было, учитывая, что у нас есть принципиальный момент. Мы принципиально не хотим брать денег за вход с людей. Уже который страйкон, мы эту традицию поддерживаем. И постараемся и дальше поддерживать. Да? То есть это должно быть мероприятие, куда человек может прийти, познакомиться с разным совершенно страйкболом, с разными видами, с разными его частями, где-то потрогать снаряжение, там, подержать в руках привод, а где-то более углубленно, там, посмотреть какие-то новинки, что-то еще, где-то послушать семинары. То есть это должно быть интересно и совсем новичку, которого там буквально были случаи, когда дедушка приводил там внуков, да, и вот они, им тоже было интересно. Или опытным стрейкболистам, которые все равно, конечно, делают такое лицо, что, господи, что я там не видел, но все равно приезжают, смотрят, интересуются, находят там, я не знаю, в конце концов заканчиваются там где-то в баре, да, со своими коллегами и друзьями по хобби, но все равно приезжают. Вот, в этом году будет еще новый формат, менее пафосный, чем был, наверное, в базе, уж тем более до этого, да, такой в стиле лофт. Вот, поскольку у нас появился новый полигон, и появились возможности на нем провести мероприятие. Надо сказать, что изначально, конечно, он не был приспособлен, мы долго колебались, насколько реалистично это сделать, да. Но в результате решили поработать, вложить деньги, и сейчас полигон активно готовится для того, чтобы можно было провести мероприятие в тепле, можно было поиграть, если, ну, погода позволит, понятное дело, там площадки открытые, на самом деле, для игры. То есть если будет хотя бы там до минус 10, можно будет уже спокойно играть. Но это по погоде. Там, если будет минус 25, ничего мы с этим не сделаем. Значит, будем в баре там выставку смотреть и что-то еще. Вот. Значит, еще одна концепция страйкбола. Сейчас коснемся страйкона. Да, сейчас коснемся еще, зачем это все делается. Дело в том, что есть куча изготовителей игр, есть куча представителей магазинов. Ну, очень разные, да, тусовки. И, например, люди, которые делают игры, часто не знакомы с владельцами магазинов, да, и не контактируют. Но это я совсем для примера. Там владельцы тюнинговых или мастера тюнинговых мастерских там не знают друг про друга, про магазин, про что-то еще. В общем, что еще? У нас много, например, в Москве разных песочниц. Песочницы между собой не всегда общаются, мягко говоря, да. Более того, даже стараются дистанцироваться друг от друга. Вот задача страйкона, если говорить о выставке-ярмарке, это собрать всех, кто как-то причастен к страйкболу в плане, ну, условно, в коммерческом, а на самом деле там, да, те, кто делает, продает, тренирует, собирает и так далее, и так далее. Или, может быть, делать даже какие-то некоммерческие вещи, но все равно представлен как-то в страйкболе. А с другой стороны, собрать большинство, максимум песочниц, да, под одним, за одним столом. Не ставя каких-то ужасных задач, типа давайте мы все там прям срочно объединимся, да, а просто позволяя вот конкретным людям, ведь песочницы – это люди, ну, конкретные лица, там конкретные имена, да, позволяя людям, кажется, просто начать вести какой-то диалог, ну, хотя бы познакомиться между собой. Вот такие вот две задачи еще дополнительных есть у страйкона. И вот в этом году у нас в жюри представители совершенно разных направлений страйкболь, очень разных. Это и представители ассоциации Москвы, ну, в основном, конечно, московских, то есть мы с удовольствием приглашали и держали двери открытыми для игроков из региональных команд, ну, из регионов, в общем, да. Но их мало, понятно, потому что для того, чтобы участвовать в жюри, надо приезжать как-то заранее, там, все это решать, поэтому в основном это представители совершенно разных московских песочниц, там, Минсим-клуб, ассоциация, совет командиров и так далее, и так далее. Наверное, представители тех песочниц, которые в обычной жизни никогда бы вместе за один стол там не сели. Это очень радует. Теперь касаемо премии Кубок Страйкона. Значит, появилась в свое время идея вручать некий такой страйкбольный Оскар. Понятно, что любой такой конкурс, вот это все номинирование, да, оно, наверное, будет не очень... Всегда будет... Не даст точной картины, как это по-настоящему было, потому что там... Есть, например, представь себе, боец, который мог куда-то бежать и убить 100 человек. И очень совершенно много подвигов. Но никто об этом не узнает. Вот. Поэтому, естественно, нам надо было искать форматы, в которых люди могут рассказать о себе,
одна, это, собственно, одна из задач конкурса, да, у нас страйкбол разный, очень большой, великий, и самое главное в конкурсе, вот этих страйконовских разных конкурсов, да, это дать возможность людям рассказать о себе, показать себя, да. Герой страйкона показывает людей каких-то, ну, в идеале эпических, там, вообще разных, как мы видим по ленте. А леди страйкон, понятно, девушки в страйкболе там, да, это всегда интересно и вызывает оживление некое. Вот. А команды, там, игры и так далее, ну, понятно, да, есть возможность фотографы людям показать свою работу, похвастаться чем-то, показать себя. А, естественно, как мотивация, там, лучше мы вручим и кубки, и дополнительные призы, которые у нас спонсоры предоставят. Вот, как все это будет осуществляться? Почему сделали репосты? В прошлом году были лайки. Лайки очень легко накрутить. Ну, в репост, в принципе, тоже достаточно. Как я выяснил, потому что я так понял, что у вас все-таки кто-то там следит за... Следим, конечно. Особо неадекватным количеством, потому что я... Ну, например, я точно видел. Значит, смотри, какая история. Лайки... Невозможно было отследить вообще. Хрен, ну, очень тяжело, точнее. И у людей очень упрощен доступ к вот этим лайк-обменным ресурсам, да. И многие этим, ну, пользовались. Там можно даже не платя денег это все сделать, господи, там, навернуть себе сколько надо лайков. Вот тогда мы выяснили, ну, как, мы уже правила тогда и написали, изложили людям, и вынуждены были играть по ним, да. Несмотря на то, что приходилось, там были нюансы, корректировать их на ходу немножко, пару раз. Вот, в этом году мы поэтому подготовились и сделали вот эту систему с репостами. Репосты накрутить все-таки посложнее, да, вот мы видели сейчас, пару попыток было, но это было сделано через ботов, то есть как-то надо денег кому-то отдать. Ну, в общем, то есть по сравнению с прошлым годом очевидно, что накруток значительно меньше, да. Второй момент. Есть такая претензия к нам, что, значит, я такой вот весь автор, да, у меня там 10 фотографий, ну, вообще фотографирую, к примеру, и у меня есть 10 фотографий шикарных. Как я считаю, шикарных, да? Но у меня мало друзей, потому что я всех ненавижу. И меня никто не репостит, да? А, из-за этого я их тоже ненавижу. Вот. А другого моего коллегу, у которого там много друзей, который активный какой-то страйкболист, со всеми дружит, все какие-то сообщества репостятся, у него там прям по-честному видно, там есть пара человек, у которых прям видно, как рост идет, да, на глазах. И, собственно, видно, что это честные такие репосты человеческие. Вот. И есть претензия, что вот это же не объективно все. Понятно, что любая такая премия будет не объективной. Вот. Нам говорят, сделайте, чтобы выбирало жюри. Но объем таков материала по практически любому из частей конкурса, по любой номинации, что жюри, у нас оно большое. Да, это будет все делать 3 дня и 3 ночи, или там 7 ночей. Вот, поэтому мы предложили отбор этими репостами. Да, их задача не найти лучших каких-то, а задача найти самых популярных, кто понравился людям. И уже из этих самых популярных, так сказать, номинантов, жюри, ответственно, разные совершенно жюри, там разные люди, уважаемые в своих песочницах люди, вот, выберет тех, кто, по их мнению, соответствует больше всего, ну, готов к победе. 5 номинантов. Выбирается из всего объема материала по количеству репостов. И потом жюри садится, все это внимательно отсматривает, вникает, смотрит все фотки, там как-то вот, если это страйкболист, там выясняет, кто что как, и голосует уже исходя из каких-то собственных предпочтений. Я надеюсь, я рассказал как систему, что и почему и как. А потому что Костя Ланкастер очень на эту тему прям волновался. Он вообще сегодня должен был присутствовать, но дела семейные, поэтому от него остался, в общем, только вопрос, на который Дима и ответил. По золотым голосам. Мы в этом году их, конечно же, убрали. В прошлом году много вопросов они вызвали, достаточно разумных. Назначение их было понятно. Нам не хотелось, чтобы... Ну, когда стало понятно, что лайки очень легко накрутить, да, мы уже вынуждены были играть по этим правилам. Тут надо сказать, что герой страйкона все-таки, это должен, нам бы хотелось бы, чтобы это был страйкболист, да, похожий человек на страйкболиста, да. А с лайками могло выйти, что героем страйкона мог стать парень в кедах и с аугом. Ну, условно, это тоже страйкболист. Да нет. Нам бы хотелось бы, все-таки мы пропагандируем определенный страйкбол, да. Мы согласны, что он разный бывает. На страйконе он представлен разный совершенно. В общем, совсем разный, не будем никого обижать. Примерами, да? Но нам бы хотелось показать все-таки определенных страйкболистов какого-то определенного уровня, пусть это будут
не жуткие реконструкторы, там, не моделисты, но, по крайней мере, такие качественные страйкболисты, чтобы люди смотрели и не плакали со словами «Господи, это герой страйкбола». Да? Вот. А в прошлом году отсюда, в общем, появились золотые голоса, да, потому что это давало возможность жюри как-то этот момент отсечь. Вот. В этом году, благодаря системе репостов, мы убрали золотые голоса, и жюри просто вот никак не участвует в этом отборочном, в этой отборочной истории, просто принимает решение по победителю. С этим решением они живут до самого Страйкона, неся его в сердце. И на самом Страйконе мы в прошлом году достаточно затянутое было вручение из-за того, что все голосовали там на ходу, да, там пока проголосуют, пока то, пока сё. В этом году мы решили немножко меньше тратить ваше время, не занимать его надолго, а сделать как на Оскаре, когда члены жюри просто оглашают результаты. Они уже есть готовые, да, то есть там какого-то 26 числа мы все там, члены жюри голосуют, готовятся, мы все это запечатываем в конверты, ну, считаем голоса, им не говори. И конверт передаем, выбираем по члену жюри каждому на какую-нибудь номинацию, ну, например, там, я не член жюри, но вот некий Лаврик Зло там решает объявить номинацию «Лучшая игра». Да? Он, ну, я, понятно, на себе просто пример привожу. Он выходит с конвертом. Ну, а на ком еще проводить? Рассказывает, что как. Ну, какое-то вводное слово, по какому что-то может рассказать. Там отсмотрели 5 роликов, из них только один нормальный был. Что-то подобное. Ну, это сами члены жюри, сами скажут, сами придумают, что. И объявляет результаты. Мы быстренько показываем, соответственно, номинантов. Да? И все. Вот, соответственно, это займет немножко времени, будет, может быть, менее занудно и более интересно. У нас насыщенная в этот раз программа, не хотелось бы ее ужимать за счет большой какой-то вот этой премии. Да? Но шоу из этого мы сделаем, постараемся. Это хорошо, потому что как раз-таки к вопросу о, в общем-то, примерной программе мероприятий я хотел. Значит, по программе. У меня сейчас потихонечку складывается картина, да. То есть программа понятна. Это какое-то количество семинаров, круглых столов, там само вручение и так далее. В Страйконе в этом мы планируем много всего очень положить туда, кучу тренингов, все бесплатно, естественно, да. То есть ты пришел, ты можешь там пройти туда, выбрать, здесь послушать, здесь пообщаться. Вот. Все это одновременно будет идти в течение 2 дней. Сейчас запланировано... То есть это, кстати, ребят, самая главная новость. Страйкон все-таки 2 дня будет. Это да, вот. Страйкон 2 дня, потому что в один мы, очевидно, весь вот этот объем, который мы уже наработали, еще, я надеюсь, наработаем, время еще есть, да, он не поместится. Поэтому кучу, на самом деле, интересных вещей вынуждены будем отнести на воскресенье. Вот. Если говорить о вот конвентной вот этой части, то будет, соответственно, награждение. Там 2-3 часа. Сколько влет... Ну, мы постараемся побыстрее, так, чтобы это все было сжато, четко и по делу. Ну, думаем, что 2-3 часа будет занимать. Вот. А будут достаточно интересные семинары. Там я сразу так вперед забегу. Будет прикольный очень семинар. Мы надеемся, что там почти батл будет, да, такой. Страйкбол – это спорт. Вот. Уже спорное... бугурт, ждем бугурт просто. Это очень спорное утверждение. Вот, и мы посадим напротив людей, которые за и которые против, да, а есть и те, и другие, и начнется беседа. Пусть начнется беседа. Да, ну, беседа, я думаю, это будет мало выглядеть, я, скорее всего, подозреваю, что там полетит мебель уже. Вот, очень милый семинар ожидается, мы его прям хотим перед вручением премии сделать, потому что все любят красивых девчонок посмотреть и пообщаться. Это вот эти, то, что вызвало даже в ВКонтакте много споров и суровых мужских отзывов, это семинар девушки в страйкболе. Мы туда позовем несколько красивых девушек, представительниц команд разнообразных страйкбольных, достаточно уважаемых. Пока открывать кто не буду, там уже люди занимаются, те, кто проводит, они уже зовут или позвали и так далее. Не только московских, кстати.
Вот, и я думаю, что там будет достаточно интересное обсуждение. Ну, такое не про сумочки, а прям про страйкбол. Ну, только женский. Ну, это не может не радовать, потому что хотелось бы, в принципе, развитие этой темы из 150 шоу выгрести и вживую это посмотреть, как это выглядит. Ну, вот и посмотрим, да. Тут, опять же, я сам семинары эти не веду, да, поэтому планы тех, кто будет проводить, вот мы посмотрим, как реализуется вживую. Ну, мне кажется, тема интересная. Вот, есть еще несколько семинаров. Очень классный семинар, я надеюсь, будет. Ну, по крайней мере, мне интересно было послушать. Привет, донецкие ребята из Донецка, стрейкболисты. Расскажут, что как, ответят на вопросы. Тоже у них будет там час времени, чтобы обменяться мнениями, рассказать, как у них, рассказать, что они планируют. Вот, по-моему, это интересно. Ну, это, я думаю, будет очень интересно, судя даже по тому выпуску, который у нас в том же, опять же, 150 шоу был про Украину. Там, да, думаю, будет людям интересно все-таки поинтересоваться, как, что и куда растет сейчас это в данном направлении. Дим, а по вообще развлекательной программе, кроме семинаров и ярмарки, планируется что там? Значит, вот, да, давай. Пока еще, смотри, я пока еще по времени мы не определились, поэтому я так примерное время называю, да. То есть мы где-то через недельку-полторы соберем полный тайминг, опубликуем его, где можно будет прям посмотреть точно по времени. Первый день, второй день, туда пойду, сюда не пойду. Вот, просто у меня сейчас еще как бы подъезжают договоренности с тренерами какими-то, да, которые готовы провести открытые тренировки. По семинарам какие-то еще вот добавляются семинары. Поэтому вот сейчас определимся, выложим точный тайминг. Поэтому те временные рамки, которые я сейчас говорю, они плюс-минус только, да, примерные. Вот, грубо говоря, часов в 7 закончится официальная часть, закончится выставка-ярмарка, и начнется вечеринка, вечерний страйкбол. Видишь, как я так вот, навскидку, вечерний страйкбол, в смысле, вечерний страйкон, конечно. Вот, вечеринка уже так, чтобы отдохнуть всем, расслабиться, да, там люди бросят свои стенды, ну как бросят, закроют все и перейдут в другой зал, где можно будет хорошо отдохнуть, при желании потанцевать, при желании поболтать. Вот так вот. Эта вечеринка пройдет до ночи. А в воскресенье заново все. То есть, да, люди с похмелья пойдут за свои столы. Да, с утра к 9 часам утра, там, не знаю, в 10 откроемся, опять же что-то напишем, да. Люди приползут, встанут на стенды, и все потихонечку завертится заново. В воскресенье мы решили не заканчивать вечеринку, потому что людям уезжать, людям на работу, там... Не будем мучить их. Я понимаю, что вот, заплатили. Кстати, вопрос у меня такой, ну, как у понаехавшего интересует. А с каким там близлежащим хостелом не заключали договора там о расположении? Потому что я, насколько знаю, у меня, допустим, с Липецка почти одна команда в полном составе едет туда. Знаешь, какой вариант есть? Пока еще не заключали, да, проработаем. Ну, попробуем проработать этот вопрос. Но в целом хостел, который был на Airsoft-базе, помнишь? Ты был там? Нет, там не был, да, я раньше уехал просто тогда. Вот, они, ну, вот было обсуждение ниже, они откликнулись, что типа ждем. Я у них узнаю по условиям. По прошлому году это какие-то были очень такие дружественные условия для страйкболистов. Ну, для Москвы, для Сити. Ну, и попробую какие-то предложения опубликовать, советовать, может быть, куда ехать. У нас тут там еще какой-то лофт-гарден напротив. Ну, в общем, мы постараемся что-то сделать. Вот так вот прям обещать, что будет там всем бесплатные квартиры. Не буду, потому что, честно, хватает чем заниматься в рамках подготовки к страйкону, да. Но постараемся какое-то предложение, такое вот просто как рекомендацию, вот можно сюда, да, там подешевле будет, там есть договоренность, подготовить. А будут ли какие-нибудь special guests, там, special гости, которые резко прям всех заинтересуют? Ну, я имею в виду достаточно такие. В том году все мы знаем, кто это был. Я думаю, в этом тоже заинтересуют. Думаешь, заедет? Ну, так, подозреваю. Думаю, что да. Вот, ну, мы позовем, а там как пойдет. Вообще, был разговор, если серьезно говорить, с Ред Вольфом о приглашении зарубежных знаменитостей, да, Крис Кост, вот эта вся история. Насколько выгорит, не знаю пока. То есть сейчас вот будет продолжаться все это, возможно, это путь не Крис Кост, а... Ну, побюджетнее вариант какой-нибудь. Побюджетнее, да. Вот, будем звать. Будет куча известных стрейкболистов таких, ну, московских, и не московских, кстати, тоже. Там у нас в жюри известный достаточно игрок старый из Иваново. Ну, так, для примера просто.
Вот по специальным гостям так. Мы постараемся, кстати, в этом году чуть меньше пафоса сделать. То есть телеканалов будет достаточно много тоже, но точно будет «Звезда», потому что мы с ними, так сказать, вот эта площадка, да, на которой мы «Заря» работает, она в партнерстве с телеканалом «Звезда» сделана. Вот, они точно будут съемочной группой от них, будут, я думаю, и какие-то еще центральные телеканалы. Вот, но такого официоза и пафоса мы постараемся снизить уровень немножко, просто чтобы людям было более комфортно, к нашим гостям, кто приходит поиграть, участвовать, посмотреть. А вот еще, кстати, вопрос такой. Ну, опять же, для понаехавших, а будет что-нибудь типа склада, где можно будет там добро свое оставить? Чтобы... Есть такая идея. Я понимаю, у нас страна, это все стритболисты, никто ни у кого не ворует, ну, мало ли. Рассказывай идея про это. На самом деле она возникла даже не в том разрезе, как ты сейчас спрашиваешь, а возникла в разрезе, что вот я приехал своим приводом поиграть, да? А потом мне надоело играть, я снарягу сложил в рюкзак, и куда его деть? Есть идейка сделать что-то типа камеры хранения, где стоит человек, у тебя принимает, ну, грубо говоря, ты даешь рюкзак, он его в мешок, такой большой, лепит бирку, тебе отдает номерок от этой бирки, и все это стоит 100 рублей. Ну, под каждое обращение. Ну, то есть ты так вот, такие очевидно тяжелые вещи, которые тебе там в ближайшее время не нужны, ему сдаешь. Он его относит и отвечает за сохранность мешка. Чем удобно, те, кто приехал там с возможностью поиграть, получают эту возможность. То есть ты отбегал, поиграл, все убрал, сложил, отдал. Ну, есть без машины. Потом закончил заниматься страйконом, там смотреть или тусить. Пришел, забрал, все окей. Насколько я помню, вот, кстати, на том страйконе можно было погонять на играх. И, кстати, много вопросов у нас там в ревью на 150 шоу было по поводу безопасности всего этого мероприятия. Будет ли также это там доступно для зрителей на этом страйконе? Если играть, ну, как уже выше оговорилось, там, при адекватных температурах, да, будет ли как-то это посмотреть или все будет исключительно для игроков? Сейчас расскажу и еще раз концепцию заодно расскажу. Значит, концепция вообще, кстати, площадки, да? Площадка выглядит как бывшая военная часть со всеми вытекающими. Поэтому у нас будет мини-ВДНХ. Страйкон мини-ВДНХ. Это когда есть несколько павильонов. Человек движется между павильоном, ну, просто прикидывает, что на момент ему интересно. Выбирает павильон, входит туда верхняя одежда и дальше при желании просто вешает верхнюю одежду, если ему достаточно там тепло. Тусит, а потом одевает куртку, идет в другой павильон. Ну, грубо говоря, вот таким образом, да? Теперь про саму игру. Смотреть, значит, поскольку мероприятие проходит на нашей вот этой игровой площадке «Заря» Рижской, она приготовлена для игры. Там выделены три разных площадки, поделенных между собой, да? Для коротких раундовых игр. Раундовых. Вот. Площадки выдерживают человек, наверное, 50 на 50, ну, максимум. Каждая из них. А, еще одна есть крытая площадка, теоретически теплая. Она просто, я ее пока не заявляю, потому что она уже крытая, но еще не теплая. Вот. И как она там успеет до страйкона утеплиться, мы очень надеемся, что да, успеет. Вот. Там мы, кстати, запланировали турнир на кубок страйкона. Это 5 на 5 команды сходятся там по определенному регламенту. Да? И в конце получают призы и кубок страйкона вот по вот этому, по спортивному аэрсофту. Ну, как мы это видим, да, потому что у каждого там свое видение. Теперь про игры. У нас есть некое количество аренды, большое достаточно, и вроде как недорогой аренды. 1000 рублей стоит аренда всего комплекта, одеть стрейкболиста, там кроме маски. Вот. 500 рублей будет стоить участие в игре. Каким образом? Человек приходит на полигон, говорит, я хочу поиграть, платит 500 рублей, ему одевают, как это называется там, браслетик, да, и человек может возвращаться в игру, уходить из игры, возвращаться, сколько ему надо. То есть, грубо говоря, ты там час поиграл, надоело, да? Пошел, сдал снарягу, там отложил привод, пошел, посмотрел на выставку или там, не знаю, поел там на баре или еще что-то, поболтал там со стрейкболистами, потом решил вернуться, просто показал браслет посреднику, вернулся, дальше начал играть. То есть, будут постоянно нон-стопом идти вот эти вот открытые раундовые игры с 12 до 6 вечера. В этих рамках вот человек, купивший этот браслет, условно говоря, может играть, выбрать себе площадку на одной из площадок, играть и влиться в игру. Скорее всего, будут, ну, если, опять же, при нормальной погоде, да, будут все три площадки одновременно работать, на них будут работать наши посредники зловские и заревские, соответственно.
и вести вот эти самые раундовые игры. Они очень прикольные, экшеновские, интересные. Ну, вот самое главное, чтобы погода не подвела. Площадки тоже достаточно интересные. Это трехэтажное здание сразу с несколькими заходами, с тремя этажами, где мы пробивали дополнительные проходы. То есть там не просто вот идешь по комнатам, да, там как в некой улыбке, а... Место для маневра, в общем, имеет. Место для маневра и почти там киллхаус такой вот полноценный практически. Вот. Ну, две других площадки у них, у каждой своя специфика. В общем, можно посмотреть это в группе «Зари». Да, подробные фотографии, там описание площадок, все это есть. В чем я вижу огромный плюс этого, да? Это может быть не страйкболист, человек может попробовать. То есть вот он пришел, послушал всех, как страйкболисты кругом рассказывают, как круто страйкбол. Человек первый раз пришел, взял, поиграл. Или люди приехали без приводов, там взяли в аренду, сходили, поиграли. Мы стараемся создать возможность для всех попробовать поиграть в страйкбол. Для тех, кто уже более опытный игрок, просто возможность размяться и получить удовольствие от игры, там, да, для разнообразия, чтобы не только там ходить по вот этим выставочным торговым рядам, но еще чем-то заняться интересно. Вообще, задача этого страйкона, мы туда побольше всего пихаем, я надеюсь, все получится, да, чтобы человек не заскучал, чтобы он не просто пришел, там, ну да, привода продаются, пойду я. А чтобы любой неленивый интересующийся человек нашел, чем ему заняться на страйконе и как себя развлечь, и как получить новую какую-то информацию, опыт и так далее. А еще такой вопрос, сразу вытекающий из тех людей, кто хочет прийти и посмотреть, о, вот страйкбол. А будет ли место какое-нибудь, где посидеть с ребятами и побухать? Да. Тупо? В общем, у нас есть такая площадка, называется клуб. Да, это такая полуподземная площадка. 400 квадратных метров, достаточно большая, отапливаемая. В ней будет проводиться вручение всех этих кубков, в ней будут семинары идти. И в ней же будет отдельное пространство для того, чтобы просто посидеть. Единственное, что я так думаю, что алкоголь мы разрешим употреблять только там с 6 вечера. Вот так, что вопрос я такой хотел задать, что алкоголь фри и так далее. Ну вот, наверное, это будет с вечера ближе. Потому что ближе к вечеру хорошо, потому что я помню, на том страйкболе, по-моему, пивас продавался вообще. Вот, ну вот, наверное, мы от этого немножко уйдем, учитывая, что мы хотели бы, чтобы люди еще поиграли, да, а отслеживать каждый раз там, нюхнул он пивка или просто со вчера, от него пахнет, да, не хотелось бы. Поэтому мы сделаем то, что сами можем сделать, не продавать. А вечером уже, ну то есть как вот это на играх бывает, там, да, закончилась игра, пожалуйста. Там, мы все взрослые люди, никто никого не сдерживает. А пока идет игра, нет. Так же, наверное, и здесь сделаем. А в это время чай, кофе, там будет еда какая-то. В общем, пожалуйста. Ну, то есть можно будет отдохнуть в любое практическое время. Можно будет сходить такой в брутальный чиллаут. Ну, потому что там не диванчики, а столы, да, как мертвяк, да, строевольный. Но там сесть на лавочку, отдохнуть, поговорить и так далее. Известно, кто будет, ну, хотя бы примерный список там магазинов, не магазинов, мастерских. Магазины заявляются, мы их сразу там показываем, да, я еще потом списком выкину магазины, которые подписались и оплатили это все, да. Ну, вот из интересного хотела «Уральская кузница» приехать, они уже приезжали на полигон, мы с ними смотрели место под стенд. Вот, надеюсь, что не расхочет и все-таки решится, потому что они хотели там свой очередной дробовик продемонстрировать. Например, ну да, людям бы, я думаю, после недавних постов там хотелось бы, конечно, посмотреть на реально рабочие прототипы, удостоверить, что это вот все правда работает. Реально рабочие прототипы вот этого дробовика, да, там показать, как работает. Вот смотрите, бабах, мы уже с ними на пристрелке побыли, показали. Там, если все будет хорошо, будет специальный ивент на пристрелке от «Уральской кузницы». Опять же, если погода позволит. А так у них будет стенд, где они все покажут, расскажут, где можно будет с ними пообщаться. А планирует кто-нибудь быть из, так сказать, ну не только страйкбольной сферы, а может быть там госпоставщики, еще кто-нибудь, кем страйкболисты заинтересованы исключительно? Сейчас расскажу. Пока на уровне не то что слухов, а обещали вот так вот у нас. Это не всегда, значит, реализовалось, да, это как с вертолетом. Обещали. Вот. А вроде как хотели Минобороны выставить, одна из компаний, которая поставками Минобороны занимается, выставить ратника хотели. Да, то есть прям самое, что ни на есть. Да. Тут вот насколько это реализуется с такими крупными партнерами, все обычно непросто, да, и 50 на 50, либо да, либо нет. Но разговор такой шел, и интерес некий к страйкону был, и желание показать это все людям было. Может быть, еще что-то Министерство обороны. Если с Министерством обороны выиграет, может быть, что-то еще покажут интересного, привезут. Будем собирать, разбирать автомат. Какой-нибудь новый. Ну, трудно обещать. Тут вообще всегда 50 на 50. Либо да, либо нет. Получится, не получится.
Мы будем анонсировать, рассказывать все самое интересное, что будет на Страйконе. Как только с кем-то договорились, сразу бежим постить новости в группе Страйкона. Что ж, вот, пожалуй, и все. Рассказ у нас сегодня коротенький вышел. Постарались до вас донести все, что интересно может быть и, может быть, будет интересным на Страйконе. Все надеемся, что все, кого сегодня озвучили, там появится и Коста, и Хейли, и даже Ратник собственным лицом будет присутствовать. Сегодня у меня в гостях был Дмитрий Лаврик, соорганизатор кучи красивых, хороших игр, и, собственно, Страйкона, который пройдет у нас 30-31 числа. Дополнительные вопросы вы всегда можете задать, опять же, в группе, посвященной данному мероприятию. Ссылочка, повторюсь, у нас есть вот там в описании внизу. Всем спасибо за просмотры. Отписываемся в комментариях, нравится вам, не нравится формат, и, может быть, забить на это дело. Дим, тебе заключающее слово. Спасибо. Друзья, вот в этот раз мы решили рассказать вам о мероприятии вот в таком формате. Я надеюсь, что формат понравится вам. А самое главное, я надеюсь, что сам Страйкон заинтересовал вас. Вы посетите его, составите какое-то свое мнение. Надеюсь, что вам будет интересно, и вы не зря проведете эти два дня на полигоне Зарина Рижской на Страйконе. Все, всем пока. Пока, счастливо, подписываемся, вступаем в группу и все там делаем, как обычно. Счастливо.